Заречный снова ожидает битва хоров. 1 октября начинается прием заявок на участие в городском шоу-проекте «Хоровая ассамблея», организаторами которого являются Дворец культуры «Современник» и телерадиокомпания «Заречный». Конкурс по-прежнему будет состоять из трех этапов. Первый этап будет посвящен году кино, где будут исполняться песни из кинофильмов и мультфильмов на детскую аудиторию. Второй этап будет проходить в начале февраля и будет посвящен зиме. И третий этап будет посвящен Дню смеха 1 апреля, и будем веселые песни петь. Вокальные состязания будут проводиться в 5 возрастных категориях. Принять участие в шоу-проекте могут воспитанники детских садов, ученики школ, хоры работников предприятий и ветеранских организаций. Попробовать свои силы в вокальном творчестве может любой самодеятельный коллектив. Оргкомитет проекта принимает заявки до 14 ноября. Заявку в хоровую ассамблею можно подать во Дворец культуры «Современник». Контакты есть на сайте Дворца культуры, в культурно-досуговый отдел по телефону 600029. Выступления участников в рамках первого этапа шоу-проекта «Хоровая ассамблея» состоятся 26 ноября во Дворце культуры «Современник». В этом году жюри предстоит выбрать не только лучших исполнителей. Организаторы запланировали провести и конкурс среди болельщиков. Самые активные группы поддержки будут награждены специальными дипломами и памятными подарками. Мария Мелешкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».